Экологическое сердце. Именно так в парке «Лесная сказка» называют емкости для сбора пластиковых крышек. Установили его полгода назад. И еще на выходных оно выглядело так. Полный бак пластика, который станет добротным сырьем. Тысячи крышек, которые получат вторую жизнь. Например, вот такие метлы. Всего в парке собрали 82 килограмма крышек. Нам поступило очень много заявок от людей, которые просят: отдайте, пожалуйста, нам эти крышечки, мы сделаем картины. То есть есть мастера, которые с крышечек делают действительно реально очень красивые картины, делают портреты людей. А ведь пластик, это так же, как и стекло, это нужно не десятилетия, а это нужно иногда столетия. Допустим, та же бутылка простая, стеклянная бутылка, будет разлагаться в земле более 100 лет. А это уже парк «Изумрудный». Здесь контейнер для сбора крышек появился в конце прошлого года. И, как мы видим, он тоже не пустует. Конечно, это не решит всей проблемы, да, но мы рассматриваем это как больше педагогическую, воспитательную, да, идею, потому что в таком проекте очень любят дети участвовать, да, они отдельно собирают эти крышки, приносят, забрасывают. Ну, а тем более, что средства, которые будут выручены от переработки этих крышечек, они пойдут на содержание приюта для животных, поэтому благое дело вдвойне. Жители просят скидывать в контейнер только чистый пластик. На переработку подойдут крышки от молока, сока, кваса, растительного масла, кетчупа и майонеза. Подойдут ручки от 5-литровых бутылок. Ну а то, что за полгода барнаульцы собрали столько крышечек, все-таки дает надежду, что мы окончательно не захлебнемся в пластике, пока такая угроза есть. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.